В Северо-Казахстанской области проверят больницы, которые выдали сотрудникам детских лагерей поддельные медицинские справки. Выяснилось, что фальшивый допуск к работе получили два повара и два сторожа лагеря «Серебряный бор». А в оздоровительном центре «Заря» почти весь персонал трудился без санитарных книжек. Это привело к тому, что с детьми работали люди, зараженные дизентерией и сальмонеллезом. Но узнали об этом только в ходе лабораторных исследований, после того, как из лагерей в больнице один за другим стали поступать дети с признаками пищевого отравления. Выяснилось, что еду для детей готовили в полной антисанитарии. В столовых детских учреждений обнаружен целый список опасных возбудителей. Установлено, что медработникам не ведется постоянный контроль за качеством готовых блюд, отбором и хранением суточных проб, организации питания детей, ежедневный осмотр персонала пищеблока. Также отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность и прослеживаемость пищевой продукции.